История коллектива «Вдохновение» началась 8 лет назад. Тогда председатель Сургутской общественной организации слепых Геннадий Кузьмич Моисеев решил организовать эстрадно-духовой оркестр. Дал клич «Пожалуйста, приходите», подтянул друзей. 2 года ушло на образование творческой группы. Самым сложным оказалось найти инструменты. Проволока связана, видите даже? Вот такой инструмент. Откуда эти инструменты? А кто где подаст? С миру по нитке собрали инструменты. Не все, конечно, но репетиции начались. В 2014-м коллектив отправился на свой первый конкурс в Тюмень. Спустя год на фестивале Уральского федерального округа получили диплом 3-й степени. Появились еще большие стимул и желание расширять запас инструментов и нарабатывать программу. Программа-то у нас в основном мы берем несложную, но такую же где-то, значит, у нас на слуху, значит, которую нам приятно было поиграть и сыграть. Значит. В основном, значит, это мелодии 80-х годов. Вот такие, значит, мы, значит, берем, значит, вот, и с ними тут репетируем, играем. Значит. Коллектив репетирует 2 раза в неделю, с радостью принимает приглашения на различные выступления. В прошлом году, например, дали концерт в санатории «Юган». Ежегодно участвуют в фестивале с песней по жизни. Проблему с костюмами решают сами. Но есть сложности, с которыми своими силами музыкантам не справиться. Не хватает профессионального дирижера, который будет организовывать процесс. Поможет разобраться в партитуре оркестровой и с солистами. Но и это не все трудности. Инструмент, вот, на котором я играю, это баритон. Выпуска конца 60-х годов. Видите, он весь уже и сбитый, и побитый, и вот на веревочке связан, и изолентами замотанный. В общем, да, это одна из наших главных проблем. Это не только мой инструмент, на котором я играю, и другие, и трубы у нас есть. В общем, мы пользуемся инструментами, кто что даст, называется, да? Вот недавно обратились в филармонию второй раз уже и вновь получили отказ. Так, обращались мы в Думу, к депутатам нашей Думы с просьбой помочь, обещали помочь. Но пока вот духовых инструментов они нам не помогли найти, также от добрых людей, кто может. Зато синтезатор, вот, пусть он бэушный, но в хорошем состоянии. Эстрадно-духовому оркестру «Вдохновение» очень нужны саксофон тенор и баритон, и труба. Если вы можете помочь слабовидящим музыкантам, позвоните в нашу редакцию. Номер телефона вы видите на экране. Это нас объединяет, потому что все мы, кажется, в душе, да, меломаны, что ли, да? Так, любим музыку, да? И здесь у нас интересы едины, да? Мы здесь и спорим, гораздо порой, да, критикуем друг друга, а в целом мы очень уважаем друг друга, нам нравится. И, судя вот по отзывам, тех, кто слушает, и народ к нам начинает прислушиваться. А нам это вдвойне приятно. Стало быть, мы и себе даем, кажется, отдушину, и добрым людям. Сейчас ансамбль готовится к фестивалям с песней по жизни, гармония, джазово-духовой. Но в связи с отменой массовых мероприятий почти все они перенесены. Есть время найти музыкальные инструменты и получше подготовиться. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.